Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Demon's Souls, это четвертая серия. В предыдущих сериях мы прошли миры 1.1 и 1.2, теперь будем разбираться, куда же нам идти дальше по уровню лучше, потому что на некоторых уровнях может быть тяжело, на некоторых легко. Мы после того, как убили того гигантского рыцаря, вернулись обратно в Nexus, и теперь я могу сказать, что вот это вот похоже острова, которому мы уже неоднократно помогали. Да, это похоже он. Как видите, спасенные люди появляются в Нексусе. На вершине своего развития Болетария была прекрасным королевством. Король его, рыцари. Короче, все было очень хорошо. Болетария was known as paradise on earth. В других королевствах Болетарию знали как рай на земле. Ну, посмотри, говорит, что с нами теперь стало. Я отказываюсь в это верить. Отказываюсь верить, что отец желал этого для нашей земли. Так ты королевич, что ли? Ну ладно. Живой, ладно, спасибо, что живой. Мозги не потерял. Так, ну и что? И куда мы пойдем? А здесь у нас... Tower Knight, Artstone, но мы с него дальше не пройдем, пока что там пелена. Ладно, пойдем тогда, я не знаю, тут у нас что. Stonefang. Хорошо. Что тут? Башня Латрии. Это, по-моему, очень сложно. Сейчас будем разбираться, куда-нибудь пойдем, короче говоря. Вот самое сложное место. А это Блайт Таун местный. Это даже хуже, чем Блайт Таун. А вы помните, какой головной болью был Блайт Таун. Так, ну давайте пойдем во вторую по порядку. Или давайте лучше в третью пойдем. Потому что там место просто очень крутое. Тюрьма. Латрия, земля королевы. Королевы Айвори, это что такое? Короче, королева какой-то башни. Типа изумрудный какой-то. Старый мужчина взял, отомстил королеве, заперев ее семью в тюрьме с охранниками, не людьми. Все, что вырывалось из этой тюрьмы, это вопли пленников. Пойдем. Говорите, это такое страшное место, но посмотрим, посмотрим. Мефистофель. Вот это явно козел какой-то, да? Его не нужно отпускать. Хотя, как знать. Просто вот так вот как-нибудь придешь в Nexus, а там все убиты. И как проходить дальше? Игра не прощает ошибок вообще. Даже тех, про которые ты не знаешь. Так, мы появились в одной из клеток этой тюрьмы. Сейчас вы поймете, почему я обожаю эту игру, потому что в ней вообще со стилем все очень хорошо. Если бы у меня были друзья, это Forever Alone какой-то пишет. Ты можешь призываться тихо. Ну ладно, пропади уже надпись. Так, вон наши охранники ходят, вертухая. Что у нас здесь? Как тут темно, как темно. Вроде никого, да? Давайте-ка мы возьмем лучше щит в одну руку. Очень мило, говорит. Ну да, ну да. Оружие пыток, чертовой матери. Так, закрыто. Запомним. Блин, что ты пугаешь меня? Посмотрим, я не рановато ли сюда пришел. Вон эти ктулхи ходят. Закрыто.
Вы не думайте, то, что я какой-то там жестокий, убиваю заключенных. А если мы откроем двери, они на нас набросятся, начнут рвать в клочья. А мы откроем эти двери. Только нам нужно с вертухая взять ключи. Кто орёт? Так, ладно, нужно разобраться с охранником сначала. Да вроде нормально, по уровню пришли. Один тут такой. Old Spice, отлично. Еще жилет осталось найти. Ой, тут кто-то не добежал до двери, похоже. Что-то варится. Пожалуйста, помоги мне. Это кто где? Явно не сверху. Снизу где-то возможно. А, вот ключ, смотри. Тюрьма надежды. От третьего ключа, короче говоря, от клеток. Ну, давайте уже смотреть, что у нас здесь. Ух ты. Что-то для мага. Как хорошо, что я не маг. Так, ну давай. Хорошо. Хватит орать там, а. Как видите, это отнюдь не друзья. Мы скорее избавляем их от страданий. Так, там сзади вот эта дверь, наверное, сейчас откроется, да? Нет. Это, как вы понимаете, уже идет слепое прохождение. Тут я не знаю, что делать. Но, тем не менее, скилл у меня достаточно неплохой, поэтому не так все сложно переживать. Но тем не менее, куда идти, что делать? Для меня достаточно большая загадка. Ладно, ладно, ладно. Вроде все нормально. У нас один вроде кто-то сидит. Вообще никого нет. Бладстейн. А, это его этим током шарахнуло. Один из охранников, похоже. Ты живой как вообще, братин? Нет. Вот после Demon's Souls вот таких вот деталей, вот такой проработки мне не хватало в Dark Souls. Я постоянно, блин, говорю о Dark Souls, как будто это какая-то плохая игра, она офигительная, просто, блин, ну вот в плане дизайна эта игра получше. Это вообще все просто идеально. И здесь, по-моему, можно свалиться вниз. Нужно быть осторожным. Минус. Так, тут вроде ничего. Хорошо. Шарды опять. Будем прокачивать какие-то оружия. Отлично. Так, все, тут у нас все зачищено. Теперь нужно идти во второй коридорчик. Там, я понимаю, мы найдем какие-то этот ключ, который откроет решетку там позади нас. Хотя, возможно, там секретка просто какая-то. А там что светится такое? Ой-ой. Друг, тихо, спокойно. Ай!
Чё, зассал? Ой, это я не то сделал. Подожди, я то сделал? Да, все нормально. Блин, нашел. Опасные твари, как я и говорил, эти охранники. Я не говорил, но тем не менее сейчас говорю. Опасные твари. Так, он возвращается, похоже. Добрый день. Вообще лучше на него со спины, конечно, нападать. Ну да ладно. Коряво получилось. Что у тебя есть? Спайс. Отлично. Будем хорошо пахнуть. Так, что тут? Тут куча трупов. Запытали кого-то в кровавых застенках. И больше ничего, хорошо. О, и там еще один охранник ходит. Ладно. Ктулху натурально, да? Ктулху и есть. Блин, тут сколько этажей-то? Шо охрана, шо охраняемые. Они стоят друг друга. Мне показалось, что он меня заметил. Серебряное колечко какое-то. Или это на голову? Что это такое? Да, это на голову. Что она дает? Так. Больше магии можешь носить, короче, с этим обручем на голове. Друг? Какой друг? Ой, у вас там... А, нет, ты один. Мне показалось, что у вас двое. Вот, стейны в куче. Опасные твари, да-да-да. Хоп-коп тоже опасен так-то. Знали бы, с кем связывались, да? Так, ключи-то бери. Хорошо. Настоящий демон соус начинается здесь. Ну что ж, поверим. Давайте открывать все по очереди. Что у нас тут? Вроде все спокойно. Так, еще одна дверь была. А, эту дверь я зачистил, да. Хорош. Блин, как-то скучно тут. Эти не могут никакой опасности противопоставить, тех мало. Но, блин, конечно, вот чисто с атмосферной точки зрения это все вообще просто шикарно. Просто, блин, еще один этаж наверху, что ли, есть? Просто лучше некуда. Вот увидите, о чем я говорю. Скучно мне. Ребята, совсем берега потеряли, похоже. Скотина. Так, ладно. Я слышу звонки, я надеюсь, это они с нижнего этажа. Бладстейн чей-то, надо быть осторожным. Как ты умер-то тут? С кем-то дрался?
А, тебя Ктулху током шарахнул. И убил, да? Офигеть. Опасные твари. Так, все, похоже, тут надо возвращаться. Теперь с этим ключом мы... Тихо, что это за звуки там? Какие-то странные звуки. Теперь с этим ключом мы можем вернуться назад и там открыть ту дверь около самого начала. И даже если мы сейчас погибнем, то ключ уже у нас. И, ну, то есть срез уже готов рядом с тем местом возрождения. Так что можно не волноваться особо по этому поводу. Мне больше интересно, как мне взять вон ту вещь. Вот что мне действительно интересно. Ну да ладно, пойдем. Блин, ну с тем боссом, конечно, в предыдущей серии было прикольно. Ой, да не ори, пожалуйста. Он такой этот, очень мощный, но после Dark Souls'а его тактику, сколько я там качался на этих рыцарях огромных, после этого его тактику выкупить было достаточно просто. Да, я все правильно понял. Мы вернулись к самому началу и открыли новую дверь. Так, тут у нас еще вроде не босс. Как темно-то, ёлопало. Тут светильника никакого нет. Кстати, что дает Old Spice? Кроме запаха, естественно. Магию устанавливать, понятно. Для магов полезная вещь. Ее тут фармить легко, похоже. Чьи-то гробы. Вот это что такое варится вообще? Журналы читал. Кто там такой? О, неплохо сносит, кстати говоря. Ты вообще что ли был безобидный? Ладно, хрен с тобой. Лучше перебздеть, чем недобздеть, как говорится. Нася, тут у вас камень эфемерных глаз, это у тебя что ли? Хорошо. Так, сейчас все осмотрим. И потом поедем в Железную Даму, в Железную Деву. Вроде все нормально. Ой. Что за звуки такие были? Я же даже как-то вздрогнул маленько. Так, сюда, я так понимаю, лучше не лезть. Ну, вроде все. Пойдемте дальше. Под ноги надо смотреть. Тут обрывы, мне кажется, кругом эти будут. Бладстейн, вот как он умер? Хапнул, хапнул. От кого он хапнул-то? Хапнул. И хапнул. А, ну, Ктулх тут нету, так что, видимо, опять эти копейщики здесь прикалывались. Да-да-да. Так, все, ребята, полегчало. У меня еще есть, подходите. Сколько их там? Офигеть. А там что происходит? Ну ладно, все, тут уже можно идти зачищать, я так понимаю. Блин, еще 4. Вот если бы я туда сейчас вошел. Закрыто? Ну ладно.
принципе, я вошел туда, меня просто порвали, я думаю, такое количество, там просто уже никакой скилл не поможет. Так, закрыто. Я так понимаю, мне ключ нужно найти. Ну-ка. Да. Опасайся засады. Опять засада, что ли? Ребят, вас тут достаточно много. Так, в узкий коридор встаем. Блин, не помашь особо. Да, эти быстрые ребятки в состоянии меня убить в количестве штук 3-4. Раз, два, три. Да кто поет так? Четыре. Хорош. Так, с этими уже, я думаю, так можно разобраться. Ой-ой-ой, это что такое? Откуда это? Откуда это пение? Души. Хорошо. Души лишними не бывают. Может, здесь секрет какой? Или она подо мной, или надо мной. Скорее всего, так. Так, ну ладно, куда-то идем и ладно. Это у нас что такое? Блин, как тут темно, я ничего не вижу вообще. Вообще ничего не вижу. А, здесь у нас проход другой камеры, кто-то бежать пытался, похоже. Блин, хватит страшные звуки делать. Маска ассасина, черная кожа, черные рукавицы и черные ботинки. Аккуратно. По стелсу пока. Ой. Так нечестно, уважаемый. Хорошо. Блин, приучился я уже к этой игре. Так, новые ключи. На четвертый этаж и на клетке четвертого этажа. Ладно, пойдем. А тут на что? Как я так понимаю, ничего хорошего-то не найдем особо. Нам нужно возвращаться сейчас, скорее всего. Ой, тихо, не падай. Да, это, скорее всего, смерть была бы с двух пролетов, если улетишь. Да не скорее всего, а точно. Так, ну давайте посмотрим, теперь те двери откроются, наверное. Все пока что достаточно так неплохо идет. Сколько раз я за игру уже умер? Один раз, по-моему, ну и то это я самолично сбросился. Это, по-моему, достаточно неплохо. Да уйдите вы от меня, а.
Поп-коп, такой поп-коп. Ну-ка, вот давайте не будем их трогать. Все равно лезут. Так, секретный кинжальчик. Мне он не очень нужен. С ним, наверное, очень легко парировать. Но я этим не сказать, что слишком сильно уж увлекаюсь. Так, а вы, ребят, тусуете тут, да? Прикольная штука для быстрого воина. Но мы пользоваться не будем. У него урон, скорее всего, смешной, но скорость дикая. То есть не мой тип оружия. Давайте просто ради прикола примерим всю нашу новую экипировку. Допустим, маска ассасина, черную кожу, черные ботинки, черные бусы. Да, быстрый воин такой прикольный получился бы. И недостаточно быстрый для этого. Прикольно. Так, еще что у нас есть? Кинжальчик. Да, скорость, конечно, как у вентилятора. Но мы уж как-нибудь... Вот так вот. И все, и нет всех жизней. Так, еще тут была дверь закрыта, нет? Или я ошибаюсь? По-моему, больше не было. Да, все тут уже открыто. Так, ну давайте теперь посмотрим. Там у нас Ктулха очередная ходит за этой дверью. Ею мы сейчас и займемся. Так, дружок, иди сюда. Такое ощущение, что он меня вообще не видит. Тихо. Все, назвенелся. Какая погонь, а? Это же офигеть. Ну-ка. Спайс, блин, все под руки лезет. Как-то его неудобно использовать. Но тем не менее, пакость довольно-таки неприятная, надо отметить. Ладно, пойдем дальше. Что это у нас вообще такое? Что за... Как получится сеть какая-то, что ли? Пакость, пакость. Опасаться. Тебя-то я опасаюсь. Я знаю, что ты способен меня убить, если я не буду осторожен с тобой. Ты один такой тут? Да, кажется, один. Сейчас он вернется. Блин, я же не переоделся. Ой, 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 ой. Так. Вот что значит... играть уставшим. Вечно какие-то глупости совершаю. Так-то мне поспокойнее, конечно, как-то. Так, ты пришел, нет? Идет. Добрый день. Что у тебя есть? Fresh Spice. Всяких спайсов у вас. Модники, блин, сковородники. Постоянно какие-то
Ага, приближаемся. Опасайся падения спереди. Опасайся. Да-да-да, вон вижу. С той стороны мы были, да? Да-да-да, были. Так, ну давайте посмотрим, что за певичка. Это сама королева, что ли? Ты обычный человек, верно? Where do you call home? Что ты можешь назвать своим домом? Возможно, тебе нужно что-то из моей коллекции? Я знала лучшие дни. Была же женой короля. Прекрасные вещи тебе могу показать. Так. Full Moon Grass — это... Почти все жизни, по-моему, станут. Дорогущая штука, но надо запомнить, что она у нее продается. Шард. Хорошо. Это тоже хорошая вещь. Это мне ничего не нужно. Это мне тоже ничего не нужно. 50 тысяч душ. Но вещь хорошая. Получать больше душ, когда рубишь врагов. Так, до свидания. That's quite all right. I wish to stay here, but I need souls to stay sane. Surely you must understand this. Я бы хотел, говорит, здесь остаться, но мне нужно следить, чтобы души были в порядке. Надеюсь, ты, говорит, меня поймешь. То есть, я так понимаю, что ты в Нексус, что ли, переместишься? После того, как я выйду из этого мира? Или после того, как я умру? Или ты тут останешься? Не знаю, посмотрим, короче говоря. Хорошо, так. Ну, блин, опять петь начала. Мне не нравится твое пение. А какой-то раздражающий. Хочу домой. Кто-то плачет. Так, минус. Тут трое, похоже, или четверо даже. Душ, конечно, с них дают немного. Я бы даже сказал, мало. Вашу мать! Что вы делаете со мной? Так, ладно. Ладно. А вы сидите. Как ты умер? Тебя Ктулху убил, я понял. Так, не спешим вперед, а то сейчас опять провал какой-нибудь не замечу. Это что это такое? Я понимаю, что это переход в другой блок. Ладно, а тут что? VIP ждет тебя спереди. VIP я люблю. Что за VIP? Так, а тут что? Хорошо. Допустим. Трупов, как обычно. Да, эта тюрьма, конечно, достаточно-таки мрачная. Пытаются меня напугать, но... Так, что за кольцо? Но после всех тех хорроров, которые я прошел, получается, у них плоховато. Все для магов. Все тут для магов. Ладно, у тебя что? Да ты... Ах ты, скотина. Слушай, это печально. Мне есть чем лечить. Блин, я не знаю, чем лечить. Вот как сегодня вовремя. Да не там, бляха. Dark Moon Grass. Так, еще. Тут полос, как вы видите, нет.
Оно как пройдет, так пройдет. Так, давайте мы поставим по-быстрому. Вот сюда, скажем, Dark Moongrass. По-быстрому причем, по-быстрому. А вот. Фу, блин, разобрался. Вот так вот в бою все познается. Королевский лотос, короче говоря, лечит от яда. Ну ладно, травы еще полно, и новые найти не проблема, если что. Сходить опять в Болетарин Палас и там понабирать ее. Так, и все, что ли? Там больше натурально ничего нет. Я сюда ходил только за отравлением. Печально. Колечко нашли еще одно бесполезное для меня, но тем не менее, ладно. Более-менее так пойдет. Так. Ничего. Что за VIP нас тут ждет? Old Spice, как обычно. Чё-то он тут убитый какой-то. Тут что? Я уже путаться маленько начинаю, честно говоря. Они все похожи, эти этажи и клетки. Как бы мне не заблудиться. Все мертвы. Мертвые крысы и мертвые. Не знаю, почему-то, что это такое. Почему-то мне это показалось смешным. Закрыто. Уважаемый, помощь нужна? Кто это такой? Ну ладно. Опасайся падения. Вон кто-то там убился, похоже. Джеронимо, да? Дурак. Так, ладно. Куда же тогда идти-то? Ага. Еще ниже есть дорога. Хорошо, новые ключики. Там что у нас? Там у нас Ктулху, по-моему, ходит один. У нас ключики от первого этажа. Это нам еще ниже можно спуститься. Сейчас мы на втором, насколько я понимаю. А это дорога вниз. Так, ладно, понял. И там какой-то туман, там, возможно, босс. Ну, давайте на втором маленько освоимся. Если получится, конечно. Закрыто? Да как закрыто? А, возможно, сюда ключи мы попозже найдем. Да, закрыто. Пойдемте на первый тогда, какие проблемы-то? Прошайка, давно вас что-то не видно. Или это все же второй? Там Ктулху вдалеке. Удачи. Оп, добрый день. Ой, блин, в отмах пошел. Блин, в узком коридоре я бы с тобой, конечно, не хотел столкнуться. Но вот так можно. Молодца. Так, ищем ключ. Блин, чё ж тут так темно-то? Dark Souls, помнится, в начале там ходишь, там везде светло. А здесь прям... Хотя тут в начале тоже было достаточно светло. Чё я говорю-то? Да шо ж ты агрессивный-то такой, а?
блин, какая пакость, офигеть. Закрыто. Кто-то убит Ктулху был, похоже. Лучник какой-то. Что за звуки? А, это тот самый крикун, который меня доканывал в начале этой серии. Все закрыто. Закрыто. Well, you are. Ты в здравом уме, верно? Меня зовут Райдл. Пожалуйста, освободи меня отсюда. Please liberate me from this cell. I have precious little time. У меня очень мало времени. I must retrieve an article from my corpse. Что-то ему нужно забрать со своего тела. Ну извини, дружок, у меня ключей-то нет. Если найду, освобожу. Так, вроде ничего. Чего, подожди. Если у тебя белая тенденция, ты можешь проследовать вперед. А если черная? Ага. Тут обычно лежат ключи. То есть мы их находили уже в серии. Они примерно тут находятся. Но похоже, что они появятся только если у нас будет белая тенденция. Или вот этого обвала вот этого не будет. Напишите в комментариях, пожалуйста. Мы сюда попозже вернемся тогда. А сейчас, я так понимаю, мы сюда зазря пока ходили. Я, как обычно, гайды всякие читать не люблю. А вот если кто подскажет, вот так вот, единичный случай, то ничего страшного, я думаю, не случится. Так, а теперь первый этаж. Вот это уже точно первый этаж. Ага. Что-то мне тут не нравится. Одиночка. Там что у нас такое? Обвал, что ли? Тихо. Там, говорю, что у нас такое? Потом под конец завязала, шевелится. Это как же ваша мать? Извиняюсь, понимать. Тихо. Так, понятно. Вполне можно уворачиваться. Давайте сюда сходим, короче говоря. Да что ты зачастил-то? Так. Надо как-то понять, как его убивать. Но пока что вроде он не так опасен для меня. Воет. Блин, ничего не видно. Натурально на метр вперед видно. А если какой-нибудь обвал? Тоже ничего. Блин, да не шуми, болезный. Так, что тут? Тоже ничего. Что ты хочешь?
У нас новый друг. Я назову тебя Уди. Уди, а то я тебя никак не назову. Я назову тебя Акаки. Какой красавчик. Офигеть. Так, подожди. Вверх. Чё вверх? Серебряные браслеты. Что это такое? Броня, как у нас. Не можешь носить, она тебя перегрузит. Но она мне не нужна. У меня перегруз, я смотрю, да? Акаки, не мешайся, пожалуйста. Я сейчас думаю, я той непонятной, к тому шарику стреляющему, за спину зайду таким макаром. Блин, тут вообще ничего нет, похоже, что ли? Ни в одной такой клетке я ничего не нашел. Так, вот она. Я надеюсь, она не умеет быстро перемещаться. Использую стрелы. У меня стрел не так много, к сожалению, чтобы их использовать. Что это вообще такое, я не пойму. Ой-ой-ой. Да уйди! Так, тут еще есть что опасное? Ну-ка, 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 ну-ка. Нет, что-то это... Да ты задрал уже, блин, а. Так, что же мне с тобой делать? Если... Понял. Все, успокойся. Скотина. Ой, блин, да не телескоп. Убери свой телескоп. Так, ну, стрелы, допустим. Мне их тупо не хватит. Да, со стрелами печалька. Может, у меня другие какие-то есть? Я не помню. Вроде не брал больше. Нет, нет. Так, ну по идее я мимо него прошел. Что это нам дает? Куда это мы идем? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я вроде начал понимать, где мы находимся. Если у тебя белая тенденция, ты можешь проследовать. Эта дверь будет открыта, наверное. Понятно. Короче, много мест, куда нужно идти с белой тенденцией. Кстати говоря, вроде как на серверах время от времени устраивают, что у всех белая и темная тенденция становится для разнообразия, то есть... Так, там у нас саламандра очередная, но я ее трогать, пожалуй, не буду. Опасайся падения, написано. Вот-вот, я об этом и говорю как раз. Так, давайте сюда сходим.
Здесь у нас душа. Здесь у нас стул. И саламандра нас заманивает, похоже, в ловушку, да? Вон, видите, кто-то умер. И она упала. Понятно. Хитро, хитро. Эти разработчики, они такие. Любят убивать игроков. И потом злобно хихикать. Так, тут что? Ничего. Ладно, давайте попробуем разобраться с этой тварью как-то. Хотя я так понимаю, что это настолько же опциональный босс, насколько в Блайттауне была подобная хрень. Я ее стрелами расхреначил все. Что мне с тобой делать, а? Понял. Не вариант. Так, ладно, пойдемте сюда. Я его по-любому бью, но когда у меня будет побольше стрел, я думаю. А это что такое? Ребята, это плохо. Знаете что, давайте-ка мы, я думаю, сейчас я погибну, перед этим завершим эту серию, в следующей продолжим пробираться по этой локации, потому что и так уже что-то по этой игре серии какие-то слишком здоровые получаются, я потом запарюсь это все выкладывать. Короче говоря, ладно, увидимся в следующей серии, продолжим пробираться по этой тюрьме. Я думаю, где-нибудь найдем стрелы и отомстим тому засранцу. А как бы там ни было, это, по-моему, очень круто. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.